друзья, в этом видео я сделаю логотип своего канала на лазерном гравере. Погнали! Для того, чтобы создать наш логотип, мы будем использовать графический редактор CorelDRAW. Так, мы заходим в него. Так, нажимаем создать новый файл. Ну, для начала переименуем его, сделаем название ему логотип канала. Так как наша рабочая поверхность 100 мм, мы в полях ширина-высота вводим 100 мм, 100 мм. Так, вот он наш чистый лист. Выбираем текст. Так, размер сделаем 48. И пишем. Так, тут немножечко мы подгоняем под размер нашего текста и отцентруем по осям X и Y 50 и 50. Это будет у нас центр, так как наш рабочий стол равен 100 на 100. Так, теперь выберем, как наш текст будет выглядеть. Так, ну давайте, к примеру, возьмем текст. Так, вот, Times New Roman. Будет жирный, ну почему бы и нет. Так, дальше жмем кнопку файл, экспорт. Здесь нам нужно выбрать формат файла, который мы будем сохранять. Это будет растровое изображение JPEG. Так, идет у нас сохранение файла нашего. Так, ну здесь в принципе ничего нам выставлять не надо. Так и сохраняем. Так, сворачиваем наш Corel и открываем программу Laser GRBL. Специальная программа для лазерных граверов. Так, вот такая вот кнопочка у нас здесь есть. Открыть файл. Нажимаем ее и ищем наш файл, который мы создали сейчас в Corel. Так, где он? Так, вот он, логотип нашего канала. Открываем его. Здесь нужно будет нажимать кнопочку векторизировать, чтобы был чисто контур надписи вашей. Сглаживание здесь нужно выставить галочку напротив сглаживания и, ну, где-то до двадцатки выставить этот параметр. Далее. В этом окошке у нас ограничение скорости должно быть 1000 миллиметров в минуту. Максимальная мощность, ну, выставим 600. И размер нашей надписи, ну, сделаем 75. Жмем создано. Так, вот такая вот у нас получилась картинка. Такое рабочее поле у нас будет, и вот такого вида будет наша картинка. Так, ребят, вот собственно наш станок. Вот такая вот у нас дощечка из ДВП. 100 на 100 у нее размеры, 100 миллиметров на 100. Закрепляем на станке, на рабочем столе нашем.
Хорошо, фиксируем, чтобы она у нас никуда не съехала. Так, ну что, зафиксировали. Теперь включаем наш станочек, подаем питание. Вот он зажужжал, заработали кулеры. Система охлаждения. Так, вот такая кнопочка у нас в программе есть. Connect. Мы ее нажимаем, и наша программа коннектится с нашим станком. Так, здесь должен порт совпадать ваш. В моем случае это COM3. И скорость соединения максимальная выставляется. Так, внизу у нас есть поле с кнопками для передвижения самого лазера по осям. Также здесь вот есть бегунок такой с шагом. Шаг, какой мы хотим выставить, для того, чтобы перемещался с такой скоростью наш лазер. Ну, это для ручного передвижения. Вот эта картинка наша начинается, будет начинаться с этого угла. Ну, вот мы передвигаем, значит, до вот этой точки примерно. Чтобы отсюда он у нас начал прожигать весь наш рисунок, наш логотип. Так, в программе у нас есть кнопка вот такая с глобусом, нулевая точка. Мы ее нажимаем, видим координаты наши x, y обнулились. То есть из этой нулевой точки лазер наш будет начинать работать. Так, ну мы не забываем перед работой, перед включением лазера, надевать такие очки для защиты наших глаз. Так, ну что, вроде все выставлено. Нажимаем наш запуск программы, и лазер погнал работать. Ни хрена себе, он яркий! В самой программе мы видим, как курсор показывает, где находится в данный момент лазер и какой участок он прорезает, прожигает. Также еще этот процесс называется лазерная гравировка. Так, ну все, лазер наш закончил работу и вернулся на исходную нулевую позицию. Так, раскручиваем наши фиксаторы. Вот такая вот у нас получилась надпись. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, может быть какие-то у вас предложения будут.
Что бы вы хотели увидеть, чтобы я на нем погравировал на каком-то, может, материале?